айтсаңыздар, моу биринчи компонентте основной смысл моу 4 миллион деген служба түзүлөт деп атасыздар атайын. Это как вот дозвон будет, что будет конкретно? Так, буга чейин бизде уже бул служба бар, бул кризистик кырдаалда учурунда бирдиктүү маалыматтык башкаруу тутуму дейт. Система 112-чи система. Бул бүгүнкү күндө иштеп жатат. Кээ бир областтарда. Горячий линия сыяктуу, э? Айга, бул иштейт. Бирок Нарын жана биздин алыскы райондордо ахват жок болгон үчүн ушуларга бүт жабдууларды алып, ушуларды жаңылап, мындайча айтканда Кыргызстандын бардыгын ахват кылганга жетишебиз. Ошол 4 миллион эмнеге кетет? Инфраструктураны жанакы кабелдерге кетет, эмнеге кетет? Тагыраак айтсаңыздар? Жабдуулар алганга кетет, основной жабдуу алганга кетет. 4 миллиондун ичинен система 112-ни жаңылоого. Ошол эле кезде бул жерде дагы бизде мониторинг агенттиги бар. Ошонун дагы жабдууларын жаңылайбыз. Бүгүнкү күндө булар алдын ала бизге маалыматтарды берип турууга, кайсыл жерден жер көчкү чыгат же кайсыл эме болот, ушуларга дагы жабдуу алынат. И спасательный службалар бар, өрт куткаруу системасына биз жаңы буларга дагы жабдуу алынат. Ушул алдын ала чара көрүү боюнча биздики основной жабдуу алынат. Рахмат. Экинчи компоненти боюнча 12 миллион мектептерге. Вот там мен билишимче мындай бир талкуу болгондо жаңы мектеп салууга же эскилерди ремонт кыласыңар деп, ошондо кандай чечилер эле? Бул жерде өзү билесиздер, Кыргызстанда 102 разломдор бар. Ошол разломдун эң мындайча айтканда коркунуч туудурган биз 5 разлом алынган. Ысык-Атинский разлом бул Бишкек, Аламүдүн, Сокулук райондорунда. Фергана разлому бул болсо Базар Коргон ушул түштүк тарапта. Мады разлому бар Ош областында жана Катран Төө бул Баткенде. И Кызыл деген разлом бул Кочкорский райондо жайгашкан. Ушул разломдордогу мектептерди алабыз. Бул коркунучу 12 балга чейин жер титирөө коркунучтарын туудурат. Канча мектеп ремонт болот 12 миллион долларга? Бүгүнкү күндө мончо деп алынган эмес. Бул биринчи алгачкы этап менен 6 мектепти башташат. Эгерде канча менен бүтөт, ошондо баасы чечилип, мындайча айтканда ошонун негизинде анан ошондо 12 миллион доллар 6 мектепке кетет деп. Жок, андай эмес. Бул алгачкы эле мектеп. Бирок андан кийин билине баштайт, биз канча акча менен кеткендиги ошондон билинет. Андан кийин ушул канча мектепти ахват кылсак, ошонго бардыгына ушул акча толугу менен жумшалат. Анан үчүнчү этапты айтып берсеңиздер, мындай толугураак. 3 миллион долларды деген бул кандай? Жанакы единый системный эме, как это называется? Единая система деп коюсуздар, кандай деп коюсуздар аны? Уважаемая Эльвира Жергалбековна, в рамках данного компонента будет создано две программы. Это централизованная программная система, которая позволит централизовать и... База данных такая будет, да? Это будет сама программа, которая 54 региональных офиса государственной страховой организации, которая выполняет закон об обязательном страховании жилья, выстроит в единую систему. Каждый просто у нас проблема будет... синхронизации во всех, практически во всех ведомствах. Поэтому я вот уточняю. Это единая база. С кем вы будете работать? С госрегистром, с пожарными службами, да? Вот она общенациональная такая будет, единая база, да? Да, она позволит как давно раз пора такие вещи органам внедрять. Если это так, очень правильное решение. Государственным органам это позволит в режиме онлайн отслеживать все разрушения, систематизировать базу данных по строениям, по из чего и каким образом технология производства жилья, оценить риски, сколько конкретно выплат будет государственной страховой организации в случае стихийных бедствий. А вы на практике можете сказать, вот произошло землетрясение и там город Чолпон-Ата, вот конкретный дом, как это будет, вот как вы это будете, визуально это как-то у вас будет, карта будет? Да, у нас каждый страховой полис будет вноситься в эту единую систему. Там будет фотография, описание жилья, его классификация, из каких материалов какая технология была использована, вероятность его разрушения при скольких баллах. То есть мы в режиме онлайн по всем региональным офисам и по всем аймахам и городам сможем оценить, сколько конкретно будет ущерб. Ну, я бы вам еще дала совет в перспективе, когда стоит вам сотрудничать со строительными организациями, когда они будут строить, чтобы вот эти вещи тоже учитывались. Именно с организацией Рахмат. И еще один спасибо вопрос у меня. Так, Нурболот Сабыржанович, мага деген, так, өрт өчүрүүчү бир жигитибизден арыз келди, да, 2017-ге чейин пенсияга эсептелүүчү, бир жыл, бир жарым жылга эсептелүүчү дейт. Азыр бизде эмнеге 6 областтар саналып, бизди чыгартып коюшту, сырттап, четтетип коюшту дейт. Пенсия жактан ошол биз кийин кандай болуп калабыз дейт да. Жооп берсеңиздер.
Макул, мону мен тақтап чығып, анда инерция болған мес, тақтап чығып, анам есіге қатты. Ана жақында ле келді, э? Ай, макул. Тақтап анама жазу түрдер көз, бішке бойынша. Жазу жүзінде берейін.